В Ростове-на-Дону сегодня предстал перед судом второй подозреваемый в убийстве офицера полиции Магомеда Нурбагандова. Первое заседание по существу по делу Артура Бекбулатова проходит в Ростове-на-Дону. Еще один участник преступления, Азиз Джамалутдинов, был осужден в Дагестане 2 недели назад. Ближайшие 17 лет он проведет в колонии строгого режима. Напомню, расправу над полицейским боевики устроили в июле прошлого года. Они требовали от Магомеда Нурбагандова призвать своих коллег уволиться из полиции. Но вместо этого он произнес фразу, ставшую знаменитый. Работайте, братья. Указом президента офицер был посмертно удостоен звания Героя России. Что касается преступников, то 6 из них были ликвидированы при задержании. Они оказали сопротивление силовикам. Остальные задержаны.